Загадайте малышу загадку. Утром рано он встает, громко песенки поет, ноги поднимает, по двору шагает, на головке гребешок. Кто же это? Правильно, это петушок. Спросите малыша, а знает ли он, как называется члены его семьи? Да, у петушка есть курочка и детки цыплята. Уточните с малышом, что курочка, петушок и цыплята – это домашние птицы. Расскажите малышу, что каждый из них по-своему подает голос. Петух кричит «ку-ка-ре-ку». Что он делает? Он кукарекает. Курочка кричит «ко-ко-ко». Что она делает? Она квохчет. А цыплята кричат «пи-пи-пи». Что они делают? Они пищат. Не забудьте рассказать малышу и о других домашних птицах, и о том, какую пользу они приносят человеку.